Вдоль линии соприкосновения продолжаются обстрелы. По данным штаба АТО, под огонь из крупнокалиберных минометов в минувшие сутки попала Авдеевка. На окраинах Гранитного зафиксировано применение противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Неспокойно на Мариупольском направлении, в районе Марьинки, Широкино, Толоковки, а также Красногоровки и Светлодарской дуги. На Луганщине, в окрестностях станицы Луганской, Попасной, Счастья и Трехизбинки. Технику зафиксировали наблюдатели ОБСЕ на неподконтрольной территории в Луганске. Все вооружение крупнокалиберное. Его должны были отвезти согласно минским договоренностям. Несмотря на это, наблюдатели насчитали в городе 7 градов, 17 гаубиц и 7 танков. Вся техника непосредственно у линии разграничения, а не в хранилищах, говорится в последнем опубликованном отчете миссии ОБСЕ.